Доброго дня всім патріотам України, а також прихильникам здорового глузду. Сьогодні знову з вами улюблені політичні новини з Тіктоку. Україна переможе, дай нам сили, Боже, переможе Україна. Сьогодні незвичний випуск, частина буде російською. Для того, щоб зрозуміли наші запорєбрікові небратія. Так от. Росіяни кричать, що у них самий сильний народ і самая сильная армія. Так ли это? Давайте посмотрим. Это было сравнение российского и украинского народа. А теперь давайте посмотрим на их армию. Также немаловажный вопрос – боеспособность такой распиаренной армии РФ. Согласно официальным данным, штатная численность военнослужащих около 1 миллиона человек. Из них 1/5 – офицерский состав, 400 тысяч контрактников и 250 тысяч призывников. При этом протяженность границ РФ с другими государствами составляет 23,5 тысячи километров. И, мягко говоря, далеко не все страны дружественны России. Поэтому, оголяя фланги на дальних рубежах, РФ может быть растерзана своими соседями. А в случае поражения на Донбассе это произойдет непременно. Мимо китайцев на Дальнем Востоке не применет вернуть себе Курилы Япония. Грузия возвратит свои Абхазию и Южную Осетию. Финляндия поборется за Карелию. И даже такой, казалось бы, дружественный Казахстан захочет возврата Оренбурга с Омском. И это не говоря уже о свободолюбивом Кавказе. Жириновский заявил, что наибольшая террористическая угроза для России исходит от Северного Кавказа, поэтому, считает глава ЛДПР, в этом регионе следует ввести чрезвычайное положение, нагнать туда войска, полицию и ФСБ. А теперь давайте посмотрим на тех, кого они либо победили, либо якобы победили. Армия государства Ичкерия, Чечня. 15 тысяч человек. 10 лет войны. Население до начала войны 1 300 000 человек. Еще один противник России – Грузия. Население 3 850 000. Армия на 2008 год – 29 тысяч человек. Из них 2 000 находились в Ираке в составе миротворческого контингента. Давайте не будем предубежденными и посмотрим, что россияне постят о своей армии. Подождите, но это же спецподразделение. Хорошо, давайте еще посмотрим. У нас возникает еще один вопрос. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет, говорят россияне. Хорошо. Ну давайте вернемся к предыдущему вопросу. Реальная российская армия. Ну что, мои маленькие любители, потопить за российскую армию? Посмотрим туалет? Бля, это страшно, пиздец. Ну а я все еще иду до туалета. Красиво, да? Кстати, здесь раньше мусорные бачки стояли. Грузили мы их вручную. Это канализация. Ну как канализация? Так импровизированный отлив для отходов. Что-то типа, не знаю, нахлюпает постоянно, когда либо снег, либо наступаешь. Хрен узнает, что это на самом деле.
Теперь они вон как стоят. Ну и теперь кульминация. Вот так живут контрактники. 21 год, 2021, 21 век. Армия России. Быт. Как-то у меня эти две картинки не складываются. Подумайте над этим. А мы вернемся к вопросу, кто к нам с мечом. Помните, да? Давайте посмотрим еще один ролик российских патриотов. А теперь давайте посмотрим, кого же куда не звали и кто от меча погибнет. А что сейчас будет? Вверх будет стрелять. Утренняя зорька. Бо у нас все немножечко спят. Война людей не идет. Там никого нету. Не похуй. Вон туда лучше стреляй. Вон, вот. Нет, туда зачем стрелять? Там же враг. Долбоёбы-то спят у нас здесь. Понимаете? Машину. Это был уже ждать, пока люди начнут просыпаться. Ой, а это не случайно ваша российская мразота в Донецке? Арсений Павлов, Моторола, из Ростова. Ну давайте еще посмотрим. Вы в курсе, да, кто здесь захоронен? Ну посмотрите номера. И он думаете, здесь захоронен? Ну ваш, кого вы ищете? Здесь столько там. А вот еще вам видео. Папа, сестры, братья, жив-здоров. Пусть прокляты будут это Яценюк и Порошенко вместе с американцами. Вам мало? Так я сейчас добавлю. Мамы, папы, смотрите, ваши дети здесь. Они живы, они живы, они здоровы. Если у нас получится, мы выведем их отсюда живыми и здоровыми. Поймите нас, нам не нужна лишняя кровь. Но вы там, в России, постарайтесь, чтобы другие такие дети не приехали на эту землю. Я могу так продолжать бесконечно. И у меня один вопрос. Так кто к кому пришел? Я дончанин. Я вас не звал. При всем моем уважении к Нохчи и к грузинам, я хочу сакцентировать: Украина не Грузия и не Чечня. Против чеченцев, у которых 15 тысяч бойцов было и один танковый батальон, вы воевали 10 лет. Против Украины вы можете выставить максимум 300 тысяч человек, остальные должны охранять ваши огромные границы. Ведь вы же не дружите с своими соседями. Мы же против вас можем выставить 250 тысяч регулярной армии и почти миллион резервистов. Из них 300 тысяч прошли войну, воюют с вами уже 7 лет. Если вам рассказывают, что в Украине нищая, оборванная армия, да, в 2014 году она такой была, но сейчас 21 год. Украина является 12-й страной в мире по объемам продажи вооружения, современного вооружения. Так вот, закончив основные контракты по танкам и бронетехнике, Украина начала перевооружать свою армию.
И многие единицы этого вооружения признаны даже вашими российскими военными экспертами лучшими, чем ваши отечественные. Ваши военные, используя тактико-технические характеристики, сравнили танки. И что же получилось? Бо звикли думати, що найкращу військову машинерію мають американці. І правда, технічні характеристики американських танків вражають. Але от найзатятіші опоненти Сполучених Штатів, росіяни, зробили цікаву штуку. Змоделювали віртуальний танковий полігон. Розмістили на ньому 12 основних панцерників світу. Надали системі точні дані бойових машин. І почали бій на знищення. Ніякого людського чинника, тільки комп'ютерна система мала визначити найкращий танк світу. І от перед вами рейтинг. Номер 10 – найгірший результат у пакистанського танка «Алькаліт» – 12 поразок. Не набагато ліпший за нього польський танк «Твардий», що перекладається як «Твердий». Восьме місце у китайського ЗТЗ він відбив поляка і пакистанця, іншим програв. Сьомі – французи зі своїм «Леклерком». 3 перемогами і 9 поразками. Слабке місце колись славних французів – поганенька броня. 6 місце поміж собою поділили британці і їхня колишня колонія Індія. Йдеться про англійський «Челенджер» і індуський «Арджун». 4 перемоги і 1 нічия поміж собою. 5 місце – південно-корейський «Блек Пантер». 6 разів переміг і стільки ж програв. Танк «Тагіл» із російської суперлінійки «Армата» посів 4 місце. 5 поразок із 12 боїв. Чи буде, бодай, такий успіх у «Тагіла» в реалі – невідомо. Украса параду на 9 травня кілька разів осоромився просто на репетиції, заглух. Ну і до тих, хто посів медальні місця. 3-ю сходинку поділили ізраїльська «Меркава» і японський «Тайп». 8 перемог і 1 нічия поміж собою. Ізраїльтянин обладнаний унікальною електронкою, що об'єднує всі танки на полі бою в єдину систему. Японець дивує штучним інтелектом, що вказує, як реагувати на загрозу. На 2-й сходинці цього змагання теж дует американський «Абрамс» та німецький «Леопард». 10 перемог. 1 нічия. Абрамс – ветеран більшості останніх воєн. За всю історію із 1980-го лише 2 випадки, коли його пошкодили непоправно. Не менш знані і німецькі леопарди, ними озброєні чи не всі армії Європи. Німецька якість перетворила леопард на наймасовіший серійний танк у світі. То кому ж програли ці 2 метри панцерної техніки? Увага! 12 виграних боїв із 12. Без усілякої конкуренції. Найбезпечніший для екіпажу і найнебезпечніший у лобовому зіткненні – український танк «Оплот». Абсолютний і безумовний переможець рейтингу. Ви правда хотите на нас напасть? Подумайте, а я вам ще немножко покажу української техніки. Але я вистрілю, щоб зробити бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Не лякатися, бум, не здаватися, бум, не змарнуй півжиття, бум-бум-бум-бум. Бум, не лякатися, бум, не здаватися, бум, не змарнуй півжиття, бум-бум-бум-бум. Забери мене туди, де співають хлопці з гітарою весь час птах. Забери мене туди, де є гори і сильні-сильні-сильні вітри. Звичайно, я можу робити те, що завжди хотів, але чомусь добрати сюди за пів життя до своїх цілей не вдалося, я вистрілю, щоб зробити бум-бум-бум-бум. Как мінімум, більша частина нашої техніки нічим не уступає вашій. А наши военные научились виртуозно ею владеть. Мы не хотим вашего Ростова и Таганрога, Москвы и Питера. Мы просто хотим, чтобы вы от нас отстали. Если вы думаете, что вас эта война не коснется, я вас разочарую. Если вы нападете, у нас тоже будут развязаны руки. Внимательно посмотрите на это фото. Это ракетный комплекс «Альха-М» с дальностью поражения до 500 километров. Повторяю, если вы нападете и начнете бомбардировки наших городов, то в ответ вы получите то же самое. Подумайте, нужно ли оно вам. Мы не хотим вашей земли,
но и своей не отдадим. И, кстати, эти комплексы уже приняты на вооружение ЗСУ. И они могут нести ядерное вооружение. Почему-то вспоминаются слова премьер-министра Израиля Голды Мейер, когда у нее спросили, есть ли у Израиля ядерное вооружение. Она ответила: нет, но если надо, мы его применим. А если вы рассчитываете на свою авиацию, то ПВО у нас неплохое, а РЛС лучше вашего. И ой, что же я вижу? Боже, самолет ВВС США Б-52, который может нести ядерные боеголовки, начал постоянное патрулирование территории Украины. А в украинские военные аэропорты начали прилетать военные транспортники НАТО. Подумайте, что они нам могли привезти? А також я нагадую, щоб підписатися, натиснути дзвоник або вподобайку – це не боляче. А я кажу вам, думайте, аналізуйте. До побачення.